С каждым новым днем количество знаний об окружающем нас мире неостановимо растет. Только за последние несколько десятков лет человечество успело открыть более 4000 экзопланет, имеющих схожие с нашей Землей характеристики. Но для того, чтобы добраться до таких удаленных объектов, людям потребуется изобрести двигатели, которые будут способны ускорять космические корабли до сверхсветовой скорости, а значит преодолевать барьер, установленный существующими законами физики. Осуществление данной задачи может показаться невозможным. Однако многие сегодняшние ученые уверены, появление таких технологий — это всего лишь вопрос времени. Межзвездные перелеты всегда являлись заветной мечтой человечества. С тех пор, как в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, прошло уже более полувека. И за это время земные аппараты смогли удалиться от нашей планеты на действительно рекордные расстояния. Одними из первых данную задачу осуществили «Вояджеры», максимальная скорость при перемещении которых достигла 62 140 км в час. Следующим сверхбыстрым зондом можно назвать аппарат «Юнона», чья скорость при полете к Юпитеру достигла 250 000 км в час. А запущенный не так давно Parker Solar Probe и вовсе способен преодолевать до 700 000 км в час. Как правило, скорость подобных аппаратов достигается за счет гравитационных маневров, то есть процесса, при котором зонд выходит на орбиту выбранного объекта и разгоняется с его помощью. Такой метод хорошо работает в пределах нашей системы. Однако для того, чтобы путешествовать к звездам, ученым все равно придется искать иные стратегии. Так как при движении в межзвездном пространстве небесных тел может встретиться не так много, как в нашей системе. Вполне вероятно, что в будущем земные аппараты смогут приблизиться к максимальной возможной скорости движения во Вселенной. Однако на данный момент перемещаться так быстро способен лишь свет. Его скорость традиционно считается предельной и всегда равняется 299 792 458 метрам в секунду. Любая частица, обладающая массой, никогда не сможет достичь этой отметки, а безмассовая в вакууме всегда должна перемещаться именно с такой скоростью. Долгое время концепция двигателя, который будет способен развивать скорость выше световой, вызывала только смех в научном сообществе. О полетах к соседним звездным системам не принято было даже и говорить. Но со временем багаж человеческих знаний пополнялся, и даже самые смелые идеи в теории становятся возможны. Первым проектом такого масштаба стал широко известный благодаря фантастическим фильмам «Варп-двигатель» или «Варп-драйв». Его история началась с 1994 года, когда мексиканский физик Мигель Алькубьерре предположил, что концепцию сверхсветовых перемещений можно рассматривать как теоретическое решение уравнения поля Эйнштейна, описывающее взаимодействие пространства, времени и энергии в нашей Вселенной. Если предельно упростить идею мексиканского физика, то речь в ней идет о таком способе перемещения, в ходе которого вокруг космического корабля создается пузырь пространства. Находящийся внутри него варп-двигатель сжимает пространство перед пузырем и расширяет позади, позволяя кораблю при этом оставаться неподвижным. Таким образом, пузырь получает возможность перемещаться вместе с кораблем на неограниченной ничем скорости, превышая даже скорость света. Это движение можно сравнить с перемещением на доске для серфинга, в ходе которого движется не сам человек, а серф, толкаемый волной. В конце прошлого века данная идея могла показаться псевдонаучной, однако теоретически это было возможно благодаря лазейке в законах физики. Ведь в данной концепции движется не сам объект, а пространство вокруг него. А оно способно двигаться намного быстрее скорости света. Со временем ученые узнавали все больше информации о свойствах пространства-времени, и идея варп-двигателя продолжала собирать внимание многих ученых. В 2007 году, благодаря проекту Gravity Probe B, было окончательно доказано, что пространство действительно способно искривляться вблизи массивных тел. А в 2015-м с помощью обсерватории LIGO впервые были зафиксированы гравитационные волны, представляющие себе возмущение метрики пространства-времени.
которые могут быть описаны как рябь пространства. Еще в августе 2008 года Министерство обороны США предложило десяткам научных групп заняться рассмотрением вопросов перспектив исследования новых аэрокосмических технологий. Среди представленных работ наиболее интересной являлся доклад, посвященный варп-двигателю, авторы которого предположили, что его создание будет тесно связано с изучением темной энергии — силы, заставляющей Вселенную расширяться с увеличивающейся скоростью. Тогда этот доклад вызвал немало споров среди специалистов по темной энергии, однако спустя 10 лет о идее варп-прыжка заговорили вновь. В 2019 году американский инженер Джозеф Агнью поделился результатами своей работы, в ходе которой он смог объяснить то, что теория движущей силы варп-прыжка является довольно простой. По его мнению, для запуска варп-деформации необходим такой способ расширения и сжатия пространства-времени, который сможет работать направленно и в определенное время. На данный момент создание таких технологий кажется невозможным. Но уже сегодня ученым известно, что энергия очень высокой плотности способна вызвать необходимые искривления в пространстве-времени. Вероятнее всего, в будущем науке придется максимально усовершенствовать оборудование, генерирующее такие формы энергии. А это значит, что результатов подобных экспериментов ждать придется еще не одно десятилетие. Однако, помимо футуристического варп-двигателя, в теории существует еще немало не менее интересных и более реальных разработок. Одной из них можно назвать ионный реактивный двигатель, разработкой которого сегодня уже занимается несколько организаций. Принцип работы такого устройства заключается в ионизации газа и его разгоне электростатическим полем. Так как ионы имеют массу, их можно разогнать, создав тем самым реактивную тягу. Ионный двигатель имеет некоторый запас газа, который ионизируют, то есть разбивают нейтрально заряженные атомы газа на отрицательные электроны и положительные ионы с помощью газового разряда. Далее ионы разгоняются электрическим полем с помощью специальной системы сеток, и эта же система блокирует движение электронов. После того, как положительные ионы вылетают из сопла, их нейтрализуют отрицательными электронами, чтобы ионы не притягивались обратно к двигателю и тем самым не снижали его тяги. В теории данный метод позволяет разогнать ионы до 210 км в секунду, что значительно превышает скорость частиц в химических реактивных двигателях, используемых для всех сегодняшних космических и военных ракет, которая составляет примерно 4 км в секунду. На данный момент существующие двигатели такого типа являются слишком маломощными и могут применяться только для корректировки орбиты. Однако, если в будущем ученым удастся создать более мощный вариант ионного двигателя, он поможет космическим кораблям достигать поверхности Марса всего за 39 дней, что примерно в 7 раз быстрее нынешнего стандартного времени пути до Красной планеты. Другим возможным вариантом для полета к соседним небесным объектам могут стать путешествия с помощью ядерных реактивных двигателей, которые будут работать благодаря источнику, нагревающемуся за счет распада радиоактивного вещества. Данный подход уже пытались применять в начале космической эры, однако до сих пор это сдерживалось двумя факторами. Во-первых, использование таких технологий приведет к нежелательным выбросам большого количества радиоактивного вещества на орбиту. А во-вторых, ядерный двигатель будет требовать серьезного охлаждения, которое в космосе будет тяжело получить. На данный момент науке доступны только слабые ядерные двигатели. Разработкой более мощных и безопасных версий уже занимается несколько стран. Например, в 2017 году NASA и компания BWXT Nuclear Energy заключили контракт на разработку подобной технологии, которая потенциально позволит земным аппаратам достигать планет вроде Сатурна в течение нескольких месяцев. Возможно, уже следующие поколения человечества застанут то время, когда люди будут свободно перемещаться по нашей системе и в течение нескольких месяцев преодолевать огромное расстояние между планетами. Однако не стоит забывать, что почти все перечисленные проекты на данный момент являются только теорией. Их реализация имеет равный шанс на успех и на проигрыш. Человек будет всегда стремиться перепрыгнуть через границу, установленную для него окружающим миром. И когда-нибудь одна из этих попыток окажется удачной. Вполне вероятно, что подобный прорыв случится и в наше столетие.
Ну а пока мы можем только удивляться открытиям сегодняшней физики и надеяться на то, что история человечества не закончится на нашей планете. Друзья, каждое новое видео — это большая работа, и ваша поддержка в виде электронных лайков мотивирует нас двигаться дальше. Именно поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте нажимать на кнопку «Подписаться», чтобы не пропустить следующие видео. Ведь только благодаря науке мы сможем обеспечить себе билет в мир будущего. И услышимся!